Так, ребята, приехали мы домой. Да, у меня головка грязная, не обращайте внимания, вообще не смотрите. На меня не смотрите, смотрите сюда. От Шаповаловых никто с пустыми руками не уезжает. Никогда, так они сказали. Это просто что-то. Остановить невозможно. Мы там снимали, да? Если ты снимал на видео, как мы снимал, в обувь зашли. Ой, ребята, что вы с нами делаете? Так мало того, закатки эти, загрудки. Так она еще пакет сунула. Оля, Коля, вы нас поставили в неловкое положение. Это просто, я не знаю. Ну давайте все вместе, я даже сама не знаю, что здесь лежит, но я уже вижу. Боже, сколько колбасы, ребята. Ну, Оля говорила с Колей за колбасу, что у них есть такая колбаса, ну, которая вкусная, которую они постоянно берут. Вот, давайте посмотрим. Я трань братиславская, да, она мне рассказывала за нее. Братиславская. Ну, зачем так много, ребята? Братиславская. Это, наверное, типа варенка, да? Угу. Ну, все будем пробовать. Братиславская, это полукопченая. Баварская. Высшего сорта, тоже копченая. Коля, ну, ребята, потратились так. Мы в шоке. Шинкова колбаса. Европейская. Это я трань тоже. Сальтисон. Любимый материн. Да? Спасибо, ребята. Спасибо. Так, и вот эти, мы сегодня их пробовали. Блин, ну зачем так много? Ребята. Подожди, папка, сейчас я достану. Там очень много. Вот эти самые, которые мы сегодня вот, ну, завтрак, обещали, что да, пробовали. Обалденные, классные, обалденные колбаски. Классные колбаски. Забыла, как называется. Оля, потом напомнишь, у меня башка не варит. Не помнишь? Тоже забыл. Ну, типа охотничьих. А как-то по-другому они называются. А пахнут как, ребята? Запах нельзя передать через камеру, да. Ну мы потом будем, когда кушать, смотрите наши видосы, мы покажем, да, они с такими кусочками. У меня слюни потекли. Да, это типа грудинка, мяско вот такое вот. Ну а это зачем-то? Красная икра. Нема слов. Так, а это маслины. Оля говорила, маслины типа как чевялины, чеприкопчень, ну, короче, такие вот. Она с ними варит этот солянку. Хочешь, папка, я тебе сварю солянку? Хочешь? Давай, да. Вот. Но они по дороге разморозились. Давай я их сразу в морозилку закину, потому что, ну, столько еды, не знаю. Ну, что, впрок, да, морозилку. Оле тоже, кстати, они в морозилке хранятся. Я в шоке, я боюсь дальше пакеты смотреть. Так, а, кстати, Леночке купили, подарили такой блокнотик. Мимимишный, мягонький, мягусенький. Это с рогами у нас кто? Ой, они шевелятся. С рогами кто у нас? Это бычок или коровка? Ну да, коровка, бычок. Мягкий, мягкий. Коровка. Ух ты. С ним можно спать, короче. Рядом с подушечкой. Так. Сейчас, классно. Чтобы рога не помялись. Спасибо, ребята. Спасибо. Всего. Короче, у нас утро распаковка. Ох, ёперэсэте. Папка, мы с тобой бутерброды будем есть, наверное, не ребята, знаю, ну вообще, столько много всего. Блин, офигеть. Да спасибо огромное. У меня огромное. Уже закончились. Сало. Сало, это свои домашние свинки? Обалдеть. И что ты здесь? Ничего себе, ребята, спасибо. Что это такое? Мясо. Это... Вы что, блин, офигели? Это кто? Это или нутрик, или кролик? Это кролик? Надо Оле позвонить, спросить. Бо я не знаю, наверное, это кролик. Обалдеть. Ребята, спасибо. Спасибо. Посмотри, мы уже пол стола заложили. Это только маленький пакетик развернули. Ой, так, вот здесь вот я знаю, что здесь огурчики в погреб спускались, и случайно еще Оля нашла эту бадью, такие квашеные. Есть на канале у нее, по-моему, я видела рецепт, как она в этой, в 5-литровой баклажке. Они получаются как квашеные такие огурцы, обалденные. Ой, а судочек мне безвозмездно, мне в подарок, да? А как он крутится? Ого, это что, Коля закручивал? Да он так, наверное, просто сверху поддерживает. Нет, папка, он крутится.
Ну ладно, потом их... Это обычно Коля так закручивает. Чем в другую сторону? Не. Не, ну он крутится, крутится, там он этот самый. Ну, хотя у Оли тоже, я вам скажу, рука сильная. Ну-ка, давай. Да нет, ты, ладно, придержи, потом. Придержи, да ты же одной рукой не открутишь. Откручу. Не, ты, не. Блин. Не, не. О, есть. Молодец. Ух ты. Ой, именно ну-ка. Как квашеные, ребята, как бочковые квашеные огурцы. Цены нет. Обалденно. Ребята, спасибо огромное. Так, ну что, давай по закруткам пройдемся, покажем закрутки. Да. Мы прям вот с дороги, потому что и сразу распаковываем, потому что надо же все это дело прятать по холодильникам, по этот самый колбасы. Обалдеть. Ой-ой-ой. Вот это да. Отец. Я в шоке. Так, сама в шоке я. Ой, так вот. Столько нам навалили. Кстати, я попробовала. Мы не съедим никогда. Когда-нибудь съедим. Попробовала обалденное вино. Угу. Ну, я вообще редко вина пью и редко мне что нравится. А вот это вот действительно вкусное, сладкое. Кстати, именно то, что я люблю. Я люблю пить, когда вкусненько, знаешь. Например, сухие вина я не люблю. Угу. Сладкие, ну, на крайний случай полусладкие. А вот это обалденное. Ну, оно по-любому в магазине тоже есть, короче, вот с таким вот крестом, это Кагор. Но очень-очень оно прям сладенькое, обалденно вкусное, прям вот виноград-виноград. Так, вино, спасибо. Спасибо. Так, и самое, сейчас мы распакуем. Мы что-то упаковывали, перекладывали. Сейчас я возьму эти ножнички. Чтобы довести, потому что по таким, вы же видели, по таким ямам, колдобинам, я сюда ложила в ящики, ну, мы уже перебрали, перекладывали и носками, и полотенцами, и чем угодно, чтобы довести, потому что это груз очень ценный. Да. Надо было довести в целости и сохранности. Вон носок мой. Видите, вот носок попал. Ну а что делать, правильно? Да. Все в ход шло. Вон мои эти самые штанишки домашние. Видите? Ребята, хочу сказать, что закрутки, нам уже довелось их попробовать. Да. И не раз. Они обалденные вообще. Шаповаловские закрутки, это просто бомба. Да. Мне большой минус, мне надо учиться делать, потому что у нас папка любит, особенно это все красное, что касается там с помидорками, каких-то заправочек, аджики, какие-то томатные соки. Я, конечно, в этом почему-то меня либо не научили, либо что-то у меня душа не лежит, не знаю. Вот Оле будем учиться. Да, все видосы есть, я уже говорила, будем пробовать и этот самый. Прям рассказывать свои впечатления, я сама лично буду готовить. Да. Дай Бог мне времени побольше. Я тебе буду помогать, Мань. Поехали, давайте хоть рассмотрим. Конечно, погреб ты снимал, да, на камеру какой-то. Там может он зайти и не выходить. Не выходить, и не знаю сколько лет, и с голоду не помрешь, вот честно. Так, смотрим. Это что у нас такие патиссончики? Ну, патиссон, кабачок из рода кабачковых, да, патиссончики такие маленькие, мелкие. Mm-hmm. Вот такие вот прекрасные. Так, Ласа, нюхай. Это у нас, я так понимаю, домашний томатный сок. Mm-hmm. Папка, это подвоечие. Нас вообще Сергей любит. Yeah. Ой, смотри, банки нюхает. Любит всякое вот это вот все с томатом. Ребята, связанное. Спасибо вам огромное. Ой, только я же говорю, невозможно было их остановить. Да. Я говорю, куда? Уже все, багажник уже нет. Нет. Так, это лечо, перчик. Цены нет. Так. Цены нет, ребята, вообще. Ты же, бабка, слова уже сломала. Нету слова, да. Закончилось. Так, вот это у нас на зеленый борщ, я так понимаю, щавель, да? Заправка, да? Да, вот щавель, тут уже все готовое, здесь уже и щавель, и укроп, и петрушка, и все на свете. То есть варишь кастрюляку зеленого борща посреди зимы и нормально. Мы как раз недавно, помнишь, хотели сварить, что-то по рынку прошлись, а щавеля не нашли. Он уже появился, щавель, но он так дорого стоит, и такие тоненькие эти самые, вот пожалуйста. Поэтому, девочки, это классно, закрутки, закатки, это вообще груши. Посмотри, какие мелкие. Мелочь какая, пузатая, как класс, выглядит съедим. Вкусненько. Это же витамины не все. Не говори, мать. Это у нас с тобой на даче тоже груша. Есть игрушки опадают, мы их так и оставляем на земле. Да. Ну, обалдеть. Так, это у нас. Оля много мне рассказывала, чтобы я это все запомнила, конечно, мне сложно. Это огурцы. Огурцы
чем, то ли с чесноком, нет, не с чесноком. Короче, в какой-то какой-то вид огурцов, да. Квашеный написано, кваш, угу. Видишь? Так, дальше. Знаменитая шаповаловская тушенка. Цены нет, мы уже пробовали, да? Это, по-моему, свинина. И, кстати, я тоже в прошлый раз, Оля всегда делает с Колей, чтобы вот этот жирок был. Ага. Он вкусный. Я в прошлый раз что-то я готовила, то ли макароны варила, и потом добавила. И оно обалденно вкусно, вот сам вот этот жирок. Его ни в коем случае не убрасывать, он обалденно вкусный. Так, вот такая вот тушенка. Это свинина. А, и еще одна банка литровая. Ну, темненькая, я так понимаю, это свинина. Боже, ребята, спасибо. Спасибо огромное. Так, дальше. Помидорки. Угу. Помидорки такие вот сорт сливка, или как они называются. Так. Огурцы. А это огурцы типа в этом, в томате или что-то такое. Видишь, оно такое вот красненькое. Угу. Тут разные виды огурцов. И обалденно, что каждый рецепт, каждый, есть на канале. Канал называется Николай Шаповалов. Ссылочку мы оставим в описании. Да, ссылку обязательно оставим. Да. Так, это у нас каша. Так, какая же она мне говорила? Каша, да, я рассмотрю. Перловая, наверное. Наверное, перловая каша с овощами. Угу. Вот, даже такое, представляете? Офигеть. Так, нет, ошиблась. Рассольник. Просто там еще есть перловая каша, похоже. Это рассольник, ребята. Я вижу перловка. То есть здесь уже для рассольника и перловка, и соленый огурчик, и морковь, и лук. Все. Бабах, кастрюльку. То есть не надо, получается, ни зажарку, наверное, делать. Я никогда с такого не варила. Будем пробовать. Прямо интересно. У меня аж слюни. Аж слюни текут. Да, потекли. Так, дальше. Это тоже, наверное, да, на зеленый борщ. Угу. Две баночки, они одинаковые. Ну да, одинаковые. Угу. Тоже на зеленый борщичок. Ой, так, тоже рассольник. Да, это два рассольника и то, и то. Угу. Так. Потом это, ребята, домашний кетчуп. Вот это у тебя сейчас слюни потекли. Потекли, да? Все, потекли, собирай. Да, кетчуп. Я помню, как они постоянно на видосах его кушали и хвалили. Теперь мы будем. Пробовать. Спасибо, просто вообще, действительно, нет слов. Ой, смотри, сколько в разных видах огурцов. И вот какие-то огурчики. Ну, да, маринованные это, да, наверное, да? Класс. Потому что когда квашные, они такие темнее становятся, а эти светленькие. Так, и тушенка, это, наверное, куриная, да? Угу. Где тушенка? Смотри, это темнее, я так понимаю, свинина. Угу. А это, наверное, курица. Ну, посмотрим. И еще такая же баночка. Одинаковый, да. Ну, мне кажется, что курица. Ой, ребята, это не все. Это ребята, спасибо. Ящик. Да, это не все. Это ящик. Он еще в сумку он переложил. Из багажника невозможно унести. Да. Ящик был полный и неподъемный. Мы одним махом не смогли унести даже. Да. Так. Опа. Поехали дальше. Огурцы. Боже, огурчики. Какие мелкие симпатяшки, да? Офигеть. Огурчики маринованные. Угу. Обалдеть, сейчас стол рухнет. Так, это кабачковая икра. Угу. Нам как раз в посылке ее прислали, мы уже да, пробу мы сняли. Это бомба. Да? Потому это что бомба, я, уже, да. Я уже говорила, что у меня кабачковая икра не получается. Но это я не пробовала просто по Олиному рецепту. Закрою. Потому что у меня полная фигня получается. Вообще я не понимаю, почему, что не так. Поэтому надо учиться, делать. Но в этом году по Олиному мы будем закрывать, да, мам? Да, будем да. Смотреть, если дай Бог время, этот самый, то будем да. Делать, потому что это классно. Даже вот так вот, раз, вот кушаем, например, там неважно, какую там кашу с котлетой, то все, всегда хочется чего-то еще дополнительно, да? Ну, конечно, поэтому да. Надо закрывать какие-то витамины, да. Так. Хотела сказать, и папка покупает себе кабачковую икру в магазине. Ага. С Олиной икрой, с домашней икрой. Не сравнить вообще. Рядом да. Вообще не стояла. Угу. Так, это у нас не подписано. Ага, я помню. Это огурцы типа по-корейски. Угу. Такого мы вообще, я даже не знала, что так закрывают. Прям с морковочкой по-корейски. Даже не ели. А? Типа это получается салат уже. Да. Готовый. Откроем и обязательно скажем вам. Да. Так. Прикольно. Дальше. Икра кабачковая. Еще баночка. Цены здесь нет. Это у нас аджика. 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 Ой, класс. Вот это.
Вот это я наемся. Ребята, спасибо вам. Боже, сейчас мне понаписывают, что папка счастлив. Юля, что ж ты так его морила голодом с консервацией, да? Нет, мать. Мне не стыдно. Нет, я вот, нет. Вот не могу закрутки, закатки. Мы в этом году вместе будем закрывать. Я помидоры даже закрывать, закрываю. Да. Помидоры, но не такие у меня получаются они. Я не знаю, что такое, почему. Надо экспериментировать. Мне надо вообще разные этот самый способ по одной баночке, чтобы выпасти вот это вот то. Чтобы, потому что все равно... на вкус и цвет, знаешь, как все, ну, все да, разные. Да, да. Кому-то более нравятся кислые, кому-то более соленые, кому-то более сладкие, кому-то с добавлением там сладкого перца, еще что-то. Вот чтобы найти свое, поэтому надо какой-то год прям по баночке закрыть, разных. Да. И главное подписать, что мы часто забываем делать. Да. А потом, а что если не помним. Там, да. Так что надо, мне прям стыдно. Ничего, мать, мы исправимся. А это какая-то красота. Посмотри, ассорти. Офигеть. Ребята, красные мелкие помидорки, типа черри, зеленые помидорки. Я обожаю зеленые помидоры. Я помню, нам в садике давали такие, я их люблю с детства. Это, наверное, или огурчик, или кабачок, что-то. Цветная, цветная капуста, да. Вот, болгарский перчик. Листья, не знаю, это, наверное, то ли вишни, то ли чего. Тут много-много всего. Так посмотри, как порезано. Ну, да, не просто так, да. А все, чтобы красиво было. Все как на выставку, сделано, да. О, ребята. Да, еще не все. Так, вот это... Где-то была борщевая заправка. Я так понимаю, что вот это вот она. Я так понимаю, что здесь есть бурячок, свекла. Борщевая заправка. Так. Все, я уже сглатываю, короче. Так. Вот это каша, да. То был этот рассольник. А это каша какая? То ли овсяная, то ли что-то такое. Вот. Вот, будем пробовать. Кашку. Такого я вообще не ела никогда. Так, рис написано. Тоже готовый, типа салат. Рис, морковка, лук, что тут еще вижу, то ли помидорки, болгарский перчик, вот такая штучка. Ребята, спасибо. Интересная. Столько всего. Папка, может мне не готовить месяцок мы? Я пойду на отдых. Ты отдохнешь, да? Да. Вот, это сказали, что вообще бомба граната. И Коля подтвердил, шоколад слива. То есть слива как шоколад. Ну какая-то такая штука. Интересно, да? Интересно, прямо по... Ну, конечно, будем постепенно все раскрывать. Постепенно. Ну, да, да, да. Что, все съесть же? Ну, да, мать? Так, баклажаны квашеные. Вот такие вот с морковочкой. Цены нет. Вкуснячие. Прям такие, ну, большие, продолговатые кусочки. Боже, у меня тут уже не вмещается. Так, тут не подписано. Это у нас... Салат какой-то, да? Салат, кабачок, болгарский перчик. Баклажанчик, то есть такой вот салат ассорти вкуснячий. Офигеть. Так. Дальше. Это томатный сок. Так, а у нас еще вон там еще. Это папе томатный, ой, сок. Томатный сок. А может это не томатный или томатный? Да томатный. Нет, и то, и то. Да. И то, ребятки, томатный сок. Цены вот нет. Это... У меня аж слюни текут, мать. Я постоянно сглатываю. Это же не все. Помидорки. Тоже я никогда так не делала. Я делаю, да, вот помидорки. Ой, фу, помидоры. Я помидорки сказала? Сейчас, подожди. Да. Нет, так не закрывай. Это грибы. А я говорю помидорки. Сейчас, ребят. Алло? Алло, привет. Да, все нормально. Мы только домой заехали. Вот только, да, сумки разбираем. Наташа, ногти, которая на ногти звонит. Наташа, привет. Привет, Натали. Звонит, говорит, где вы там пропали? Я говорю, только заехали, вот мы сумки разбираем. А я думала, вы еще в воскресенье. Я говорю, ну не получилось, задержались, то все. Офигеть, мы уже переживаем, видоса нет. Муж говорит, звони, а то, может, их на огороде закопали. Нет, ребята, мы живы-здоровы, все отлично. Мы уже рассказывали за впечатление. Там, ну, мы еле уехали вообще, да, уже под вечер. Да. Пока мы... Прям грустненько было расставаться, да, и все-все классно. Не, ну, конечно, Наташа, ну, пошутила, поняли, да? Да. Этот самый...
Я сказала, это помидоры, уже башка не соображает. Это грибочки, ребята. Я никогда не пробовала закрывать их прямо вот так вот, ну, закатывать этот самый впрок таким способом. Я всегда делаю, ну, вот такой просто быстрый способ, когда на салатик нужно замариновать, а так не пробовала. Это просто вкусняха. Так, дальше. Не подписано. А, я помню, Оля, помню. Зажарка. Угу. Типа уже готовая, лук, морковь. Когда суп варишь, зажарку делать не надо, а сразу плюхаешь в кастрюльку, когда быстро надо что-то приготовить. Очень удобно, очень классно. Я говорю, у меня прям некоторые баночки и рецепты, и виды закруток, заготовок, для меня прямо вот, ну, удивительно, новинка. Я плохо смотрю их кулинарный канал, наверное. Не, мы исправимся, будем смотреть уже. Так, о, да, еще потому тушенка. Потому что, ну, цены нет. Еще да. Тушенка, а это уже точно курица. Курица, видишь, ну посмотри, пап, ну покажи, подожди. Угу. Морковочка, она не просто морковочка, она звездочка. Угу. Вот представь, да? Да. Да? Это просто офигеть. Что-то, это что-то, слов нема. Так, еще баночка, это грушевое варенье. Как говорится правильно, грушевое? Грушевое, да. Грушевое или грушевое? Ну, как не скажешь, она от этого не изменится. Грушевое, это оно, да. Грушевое варенье. Это витаминки, да, это просто цены обалдеть. Нет. И все, в этой сумке все, ребята, но я вспомнила, еще в пакете у нас стоит две банки. Мы переложили носками там, чем? Трехлитровые. Банки, это все носки. Фуфайка. Ну а что, сейчас тельняшка. Ой, тельняшки. Нема разницы, мать, давай. Выбегает Оля из погреба. Юля, да. Юля, куда ты тащишь трехлитровую банку? Это ты просто не пробовал. Шелковица, это компот из шелковицы. Ну, класс. Так, куда мне поставить? Олю нельзя было остановить. Если бы задержались чуть-чуть, она... Я завелась, остановите меня. Так, и еще трехлитровая банка. Это у нас компот. Это... Ой, смотри, лимончик плавает. Это абрикоски, угу, да? Да. Или, нет, это абрикоски. Абрикоски и дольки лимончика. Или апельсинчика. Апельсин плавает. Классно. Это класс. Ребята, ну что? Мы уже, наверное, все свои эмоции высказали. И у нас просто уже... Нет слов, ребята, вы посмотрите. Да, словарный запас. Ребята, спасибо вам огромное. Вы такие у нас классные. Слов дыма. Короче... Может, мы почаще будем к вам ездить? Ну, шутка, конечно. Но на самом деле, Шаповаловы – это открытые, это добрые и вообще классные люди. Очень приятные люди, да. Просто сплошной. Они молодцы. Позитив. Позитив, ребята. Так, все. Убираем все в холодильник, потому что размораживаться этот кто-то. Мне прямо интересно, сейчас уже не буду, потому что спатки легли. Уже мы отзвонили, что мы доехали, все в порядке. Но я все же как раз посмотрю, угадала я или нет. Мне кажется, что... Оля сама позвонила. Такой. Они же переживают, доехали мы или нет. Ну, как, да, только подъехали. Как раз то, как я думала, звони, то, как подъезду прямо парканулись, и все, Оля звонит. Где там? Я говорю, она вместе. Конечно, я говорю, какая внутренняя? Конечно, это такой-то кролик. Они же королей держат. Что я туплю? Ну, по-любому кролик, конечно. Ну, да, кролик, да. Ну, да. По-любому, да. Все, завтра буду звонить спрашивать. Угу. Слушай, а что эту колбасу? Вот эту вот, наверное, морозилку, да, раз она подморожена. Мы все сразу не съедим. Но она подмороженная, ну, да, я ее в морозилку. А вот эти вот, их не надо в морозилку. Она ж так не пропадает, она же в этой самой, правильно? Да. Герметично. Да. Блин, герметично. И вот это тоже. Герметичные упаковки. Да. Это мы просто устали, да. Они нормально. То есть в первую очередь, папка, вот эти вот надо съедать. А эти все в пленках, они этот самый нормальный. Ой, короче, все. Ребятки, раскладываем все по местам. Мой погребок. Та-дам, мать. Та-да-да-дам, ребята. Ужин дома, такой перекус. Время уже около 11 часов вечера. Пока сумки разобрали, пока то есть все. Завтра шли не в школу, иначе по быстрячку, короче, уроки успела сделать. Ну, не все, правда, но частично. Вот, я вот не пойму, нужна эта самая... Мы думали, гадали, справка или нет. Да нет, три дня. Мы, получается, в пятницу не были. Не знаю, выходные учитываются, нет. В пятницу не были, понедельник и вторник. Надо справка или только записка пойдет? Короче, записку напишем, да. Завтра в школу пойдем. Вот. А что мы кушаем? Мы колбаски, которые нам от Шаповаловски передали. Я их в микроволновке немножко разогрела. Ну, мне кажется, так вот что-то тепленького охота. Огурчики квашеные.
до которой вот эти в 5-литровой такой баклажке вкуснячие. Угу. И пока из закаток ничего не открывали, потому что привезли с собой папка ВТБ Лечо, покупала, надо, да, его доесть. Да, надо доесть его. Доешь сегодня, да. Соевый соус у тебя, угу, и хлебушек. Чисто так перекусываем. Сейчас включим Шаповаловых, посмотрим, потому что они, может, там хоть видос выложили, мы-то не успеваем. Угу. Вот. Перекусываем. И садимся, мы штампуем хотя бы одно видео, надо сделать, чтобы утро вышло. Да. Да, потому что же звонят. Звонят, спрашивают, где что. Леня, Лена говорит, мама, в инстаграме какая-то написала девушка. Этот Саня, что пишет? Пишет эта самая Лена, а где там что-то, типа, твои родители, что, пропали, все ли нормально? Потеряли, переживают, представляешь? Вот, сейчас так будем, что будем делать. Сейчас перекусим, ребята, по-быстрому и садимся. Видос, да. Ну, досидим до ночи, ничего страшного. Ну, да, или да. Утром в школу проводим, доляжем, потом, ну, выспимся. Ну, а что делать? Надо выпустить, ну, что действительно потеряли этот самый. Да. Этот самый. Что случилось? Так, все. Ну, на этом будем прощаться, да? Да. Уже, да. Ребятки, всем спасибо, что вы нас смотрите. Будут со временем выходить видосы. Мы постараемся, потому что мы сильно запаздываем. На сколько там дней, я уже не знаю, я запуталась. Вот. Будем штамповать, будем их лампичить и выкладывать даже по несколько в день, по два, по три там, да? Да, как, да, получится, да? А что ты так загадочно улыбаешься? Ты головой смешная, да? Нет. Нормально все? Ты классная. Все, ребятки, всем спасибо, что вы с нами. Пишите, звоните, ставьте лайки, пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.